В Мурманске состоялось заседание Совета депутатов. Участники рассмотрели ряд земельных и вопросов, связанных с арендой недвижимости. Кроме этого, народные избранники решили вручить Елене Крынжиной, которая долгое время развивала детскую театральную школу, почетный знак за заслуги перед Мурманском. Елена Ивановна Крынжина – это уникальный человек, которого, мне кажется, если не знают лично, то, по крайней мере, были на мероприятии, которые она организовывала. Более 20 лет Елена Ивановна работала заместителем директора детской театральной школы. Началось 49-е заседание Горсовета с предложения о награждении. Депутаты сообщили, что Елена Крынжина будет удостоена почетного знака за заслуги перед Мурманском. С прошлого года она возглавляет комитет по культуре и администрации города. А до того много лет развивала творческий потенциал юных северян. Еще одной важной темой обсуждения у депутатов стала передача земельного участка на улице Бредова с недостроем от Минобороны в АО «Север» для проектирования и возведения нового жилья. Планируется, что рядом с уже строящимся домом здесь появится девятиэтажка. Строительство дома позволит сократить очередь мурманчан на получение нового жилья.